Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, смотрите игровой канал «Вредного енота». Мы с вами продолжаем играть в This is Police. Мы ищем дантиста, да? Зубки заболели, надо дантиста найти. В общем, продолжаем. 25-летняя Памела Кокс стала очередной жертвой жестокого убийства. Слух, любимая стриптизерша мэра найдена мертвой. В зоопарке появится жираф. Ну ладно, эти две могу связать. Новости. Собственно, 25-летняя Памела Кокси была, видимо, любимой стриптизерша мэра. Ну при чем тут жираф? Так, а у нас как относится к нам? Ага, понял. Ладно, плохо к нам относятся подчиненными, ну и в принципе, Вай, смотри-ка, опять конференция. Чего это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты прикинь, да? Чуть не упал со стула. Доброе утро. Мистер Войт, что стало поводом для этой пресс-конференции? Так, что-то важно. Давай, наверное, объявление. Мой долг предупредить всех жителей Фрибурга о том, что по улицам бродит новый хищник, который охотится на молодых девушек. Наши источники сообщают, что в городе уже произошло два убийства, за которые в ответе этот маньяк по прозвищу Дантист. Почему вы так долго тянули, прежде чем предупредить общественность? Так. Давайте мы не будем ни с кем обострять отношения, думаю, пока что. Тем более мы в косяках перед всеми. Я не могу комментировать текущее расследование. Дантист всего лишь человек. Неужели полиция Фрибурга не способна справиться с безумцем-одиночкой? Да справимся мы. Мы готовы работать круглые сутки, чтобы поймать этого мерзавца. Ой, блин, ты сейчас только не говори, что мы сейчас реально будем сутками работать. Друг. Вы считаете, что именно девушкам грозит опасность? Вероятно, осторожность повредит. Я бы посоветовал девушкам не надевать вызывающую одежду и не перебарщивать с косметикой. Я думаю, дантисту на это наплевать, честно говоря. У вас есть какие-либо доказательства, либо данные о личности убийцы? Бляха, это ничего у нас нет. Подожди, а он... Фоторобот, фото... Не, фоторобот у нас нету, на федерал ничего не говорили. Гоняются долго, но... Нет. Это вся информация, которую могу поделиться с вами сейчас. Кстати, может оно и правильно, а то вдруг он сейчас... Спасибо. То вдруг он сейчас узнает и будет прятаться. Я вот другое думаю. Как бы мы вот этим объявлением панику бы не посеяли в городе. Сейчас эти реально начнут, блин, надо, не надо звонить. Ну ладно, сейчас посмотрим. В принципе, вроде как не должна быть паника. Херу знает. Зеленые активисты посадили деревья в парке. На ремонт дорог... На ремонте дорог вновь сэкономят. Полиция Фрибурга не предоставила никакой информации на тисте. Это хорошо, кстати говоря. На ремонте дорог вновь сэкономят. Ну, у нас всегда это. У нас... Да, работа определенно стала больше. Но, по правде сказать, если бы Палмер не ловил этого психа параллельно со мной, я бы опустил руки. И чё? Знаешь, когда он приехался? А то, что пишут в газетах, это правда? А что пишут в газетах? Что убитой девушки, бывшей любовницы мэра. Вернее, жертва засилит со стороны мэра. О! Ну, трудно сказать. Это правда? Пока что это единственное, что может объединять жертв. Впрочем, только одна из них когда-то подавала заявление по поводу сексуальных домогательств со стороны мэра, но тут же его отозвала. Наверняка на нее надавили, но сложно пока что-то сказать наверняка. Так это правда? Ты думаешь, что это правда? Скажем так, это похоже на правду. А в чем дело? Мэр насиловал меня. Ох ты, нихрена себе поворот! Повтори. Мэр Фрибурга Стюарт Джорджерс изнасиловал меня. И все правильно услышал. Когда это случилось? 4 с лишним года назад, когда я была выпускницей колледжа. Для нас устроили прием в мэрии. Большая речь Роджерса, потом из коллекции, ужин. Я пила шампанского, было жарко, гремела музыка. У меня так уже с голова, я зашла перевести дух в какое-то помещение. Что-то вроде комнаты для совещаний. Через несколько минут вошел Роджерс с охранником. Роджерс что-то шепнул охраннику, тот вышел. Я не успел ничего понять, как Роджерс подошел, сдавил мне горло и начал насиловать. О, так слушай, а давай как-то мэра подставим, а красиво. Продолжалось минут 10.
Послушай, ладно, теперь это будет очень сложно доказать, но не нужно ничего доказывать, у меня есть пленка. Пленка? Запись камер наблюдения, кассета, как мэр города нас насилует. И что у меня дома в шкафу рядом с Крампер против Крамера. Ну как? Через полтора года после того, как это произошло, кто-то подкинул кассету мне под дверь. По времени совпадал с скандальным увольнением Марии Симмонс, так что, думаю, она имеет к этому отношение. Лана, не бойся, мы сводим эту пленку, заставим этого ублюдка до конца. Нет, мы ничего не будем делать. Лана, послушай меня, нужно. Прошло 4 года. Ты думаешь, у меня не было времени все обдумать? Я приняла решение, ничего не делать. Лана, чем бы ты ни руководствовался, уверяю тебя, что будет лучше, если... Нет, не будет лучше. Последний год я работал только ради того, чтобы меня воспринимали всерьез. Лучше меня, чтобы меня уважали как профессионала. Если я пущу этому ход, я перечеркну все свои усилия, все свое будущее. Я уничтожу свой шанс сделать этот город лучше. Я получу жалость, получу унижение, даже упреки, что угодно, но только не уважение. Лана, ты скрываешь преступление. Я скрываю это, потому что считаю, что так будет правильно. Значит, ты дура. Боже мой, я... Как я только... Я совершил ошибку. Забудь об этом, обо всем. Лана, Лана. Бля. Я даже дополню. Ебануться. Охуеть, что творится. Сегодня в элитной галерее с... твоей дочери. Ну ладно, хоть внучка сказал. Ну ладно, бабушка, иди. Покорми дома рыбок. Слушай, у меня вот слева, вот, я дотянулся до аквариума, у меня тут селедка, вот такая. Ну, когда-нибудь будет, сейчас она вот такая. Ничего, прекрасно живет 2-3 дня, если ты забыл ее покормить. Ничего страшного. Нет. Так, сегодня бесплатный вход. Блин, а я большой поклонник искусства. Так-то, блин, знаешь, вот, Требор, все бы ничего, я бы тебя отпустил. Я поддерживаю искусство, потому что я в нем нихера не шарю. Я совершенно не человек искусства. И у меня просто, не знаю, у меня ни руки, ни мозг, у меня не заточены просто, я не умею. Я бы тебя отпустил, именно поэтому большой поклонник искусства. Но ты уже отпрашивался, поэтому нет. Так, все. Лай. Гав. Прикольные, блин, старушенцы. Ладно. Давай диски послушаем. Блин, так-то нихера себе. Он нашего будущего прокурора изнесил. Надо как-то, суку-то эту бляхомуху подставить красиво. В открытую нельзя, надо просто красиво подставить. Так, что случилось? А, ну да. Пошла в жопу! А, ну, тебя, да, тебя жалко, ты хороший детектив был. А, из-за того, что та тварь захотела попробовать свою новую, это, лову. Так. А, в офис прокурора сообщаем, что вызываем двух ваших подчиненных, инициирующих жалобу для официального допроса. Послезавтра, да? Когда, блядь, ты успел? Я тебя на... Я вас учер же только, вот вчера только их нанял, когда они успели. Реально, я же их только вчера нанял. Охереть. Пацаны, ну извиняй. У нас дорожка уже накатана, мы пилотный вариант откатали на Форбс. Так, он сейчас дома, а это туда. Магномара. Значит, ты работаешь завтра, а тебя завтра ликвидируем тоже. Сука. Просто Юс сообщаем, что официальная жалоба. Да, ну, логично. Так, это, Сэнди. Ага, сейчас, блин. Мне дешевле, вот. Да, мне дешевле завтра в 10 утра заказать. Нихера себе, блин, 3-4 К3 сэкономим. Так, чё... Ага, с 15 мы получим максимум. Давай вот это, и, соответственно, вот это. Я думаю, это будет правильно. А, взлом с проникновением, миссис...
Питерсон утверждает, что к ней в квартиру ломится дантист. Ты слышишь, как он сверлит замок? Торопитесь, сверлит. Не дура, что ли, он не сверлит замки. Он зубы ушибает. На, тебе хватит. Да никого там нету, а! На. Нет, хуй тебе на вот этого, блин. Ложная тревога это будет. Что-то уже что-то как-то совсем жарко. Так, подразделительный индивидуум. Вот так холодно. Так, подвыпивший посетитель заметил на кухне ресторана повара, который похож на фоторобот-дантиста, напечатанный в газетах. Да нету фоторобота! А я говорил! Сейчас весь город с ума сойдет. Нахер эта пресс-конференция была? Спокойно как бы делали втихаря. Нету фоторобота, иди лесом. Дантист, он нам дает конкретно указание, куда что делать. Так что это все ложные. И первый, и второй, это все ложные вызовы. Я даже париться не буду, будут всякого, непонятно кого, вот всякого Каена и Кади. Че, блин. Ну, давай, удиви. Ну, нихера себе, блин. Ложная тревога. Дура. Параноидальная. Так, ладно. Эвард Херцих, торговый центр Everyday. Джейк Бойт, на улицах идет настоящая... Так, на улицах идет настоящая война, которую мы немедленно проигрываем. В общем, нам нужна перестановка сил, так что я решил открыть собственный оружейный магазин, чтобы помочь законопослушным гражданам, дав им возможность защититься от наркодилеров с педофилами. Ребята, вот что за паранойя-то появилась в городе. Это... Ты сам-то не ель ли часом? Смотри, стоит армейская хрень, борода и одет в платье, как баба. Ты сам, по-моему, педофил. Сегодня будет торжественное открытие, так что мне пригодилась бы парочка доблестных офицеров, чтобы завлекали покупателей, сдавали флайеры. Так, хорошо, мы тебя отправим, но подожди, я вот сейчас этих двух засранцев трусливых отправлю. Реально, я аж смог это. На улице, блин, 0 градусов, такая жара дома. А опора оказался... Ну так, блин, ну ежу понятно. Опа, тут чё? Дама гадится, плачет, школьница сообщила, что страшно. Мужчина с лицом, как на новостях, потрогал ее за плечо. Во время сеанса стал говорить что-то на непонятном языке. Да китайский турист заблудился, бляха-муха. На, хватит. Чё тебе надо? Какой тебе, блин, спецназ ты ещё, ага? Так, стопэ, тут кто? На собеседование пришел дантист, он угрожающе скалится на меня и выглядит точно как фото газет. Шоп там... Идиоты, блядь. Нет. Лучших из лучших отсылаем, охереть. А вы кроме как флайеры раздавать, ни на что не годитесь. Не, господа, это охереть. А чё, блин, ну... А, тут что-то... А, блин, надо игнорировать ложную тревогу. Нахера их посылай? Ё-моё! Вот это вот ещё... А, подожди, у меня... Ой-ой, молодцы, ребята, как вы вовремя тут оказались-то? Блин, респект, уважуха, я вот вас запомню. Может быть, когда-нибудь. Реально, они учатся как нельзя, кстати. Мужчина оказался не серийный убийца, а безобидный иностранец, который пытался попросить девочку вести себя потише в... А я говорил, ну я правда китайца назвал. У китайца вроде как-то принято, что там по плечу, еще там как-то, что-то как-то. А, шеф, очень странная работа для офицеров полиции, но как ни странно, мы хорошо повеселились и с пользой провели время. К тому же мистер Херцик подарил нам шикарный пистолет и шокер. Эти штуки как будто с автонаведением. Мы прямо чувствуем себя опытней. Круто. Молодец. Это был безобидный студент юрфака. А странно убался он, потому что сильно нервничал. Что это надо вообще игнорировать? Вообще срать на них? Сейчас весь город в паранойи. Продавец говорит, что бездомный все же заполучил дневную выручку и скрылся. А просить прохожих заказать хот-дог. Ну давай, наверное, вот это попробуем. Красавцы, молодцы. Блин, я вас реально, я запомню. Каен, я тебя помню, но я не помню, что ты что-то хорошее делал. А теперь я запомню, что ты что-то делал хорошее, если не забуду. А я это умею, это делаю профессионально. Забывай то, что не нужно. Не, ну Каена как-то надо это, надо запомнить. Слушай, а у меня это, знаете, напоминает?
Как же его? Помню из Half-Life. Доктор Фриман, по-моему, да? И кто он там? Кандидат наук, все дела же, да, Фриман? Да, доктор Фриман он, точно. Он реально мне его напоминает. Так, ну все вроде тишина, все хорошо. Так, это, господа, это, детективы, что там отвар? Ну это все, это повешенное дело, я не знаю, что с ней делать, пускай она пока висит. Сейчас, как только... А, давай вот тут почитаем, 6 этих же есть. Мишель Айрс, медсестра. Я уже собиралась отправиться домой, как в здании резко пропало электричество и воцарилась могильная тишина. Затем из ближайших улиц и кабинета раздался приглушенный шум и удара, шум удара и хлопок. В здании было около 10 сотрудников, которые не сразу обратили внимание на задымление. А когда я увидела огонь и стала об этом кричать, было уже поздно, не все сумели выбраться. Ой. Слушай, о чем вообще речь-то? В здании клиники планировали семью, получился пожар. Ух ты, ё. А, Сильвия Джеймс, врач. У меня насморк, я заколебался. К моменту трагедии я была уже дома, но уходя столкнулась на улице с Рональдом Шерманом, бывшим мужем одной из наших пациенток, который после консультации в клинике придумал заводить детей. После того случая Шерман поругался с супругой и избил ее. Впоследствии они развелись, затем он несколько раз приходил к нам скандалить. Вечер пожара он стоял через дорогу от центра с огромным рюкзаком. А когда я проходила мимо него, то он пробурчал, что это в духе «гори в аду, стерва». Я еще подумала, я уже в аду, если люди по собственному желанию носят такие уродливые красные свитера. Тебе что не нравится? Так, подожди. А, не, подожди, это наводка. Рюкзак, свитер, вот он. Это что? А, типа вырубился свет, наверное. Что это? Джонка Вайс, пожарный инспектор. Причина возгорания — это уже небольшая пластиковая канистра с горючей жидкостью. Но все сходит, только давай, наверное, вот так как-то это было. А давай вот так прочитаем. Шерлок Холмс из меня уже шикарный, я даже не читаю, ну давай прочитаем, чего уж там. Причиной возгорания послужила небольшая пластиковая канистра с горючей жидкостью, которую бросили с улицы. Вероятно, в открытое окно к началу пожара электрического здания уже не было, что сильно затруднило эвакуацию энергоснабжения, также отключили с улицы повреждением внешних кабелей, указано на то, что их не резали, просто вырвали с корнем. Ну вот. А Рональд Шерман, бывший муж одной из клиентов клиники, которая винит утверждение в том, что оно разрушило его семью. Так-то ты конь, блин, ты пришел планировать семью, ты пришел детей планировать. Ты зассал, ушел из семьи, отказался от детей и так далее. Да пошел ты в жопу. А потом еще стал всех винить. Сыкло ты. Если хочешь детей, ты че, блин? Пошел, дело, блин, я не знаю. Дело лично методом тыка, буквально. И все, и у тебя детки, все нормально, все хорошо, сидишь там. Вот такая, наверное, вот-вот-вот. Игрушка по-любому такая. Я не знаю, как мамы, для отцов, мне кажется, это просто игрушка классная. А что, не то место? Бляха, мука, не успею, да, вернуться. Опа-опа-опа-опа, что? Публичное совершенно непристойное действие кладбища. Смотритель кладбища Гарри, Типтон, сообщил, что рядом с очень странным надгробием двое молодых людей прямо сейчас занимаются сексом. Издавая мерзительные звуки, мистер Типтон бросил боится приближаться. Си, твою мать. Ну, трахаются, ничего. Дебил. Заедно, что ли? Ой-ой-ой, это хорошо, подожди, это хорошо. Сейчас, спецназ, быстрей. В два ночи мы перекрещаем работу. Давай. Давай, мужики, давай, полчаса. Понеслась. Вот, я просто к чему? Я просто не хочу завтра тратить спецназ. Сейчас он уже все, через 10 минут, вот, все. Уже никуда не поедет. Ай, расследование хотел открыть, посмотреть. Ладно, завтра. Там все равно нужно 6 фотографий у нас, 3. Молодые люди лежат у надгробия без одежды. Не двигаться, вырисованы, выстрелить преступников шок-вепан. Громко ответ. А чё, блин, зачем стрелять-то? Давай. А молодой человек резко вскакивает, замечает полицию, бросается на утёк. Задержать девушку, выстрелить преступника из шокера. Ну, давай. Блях, а. Хера, джентльмен. Давай вот так вот. Все, нормально, пойдет. А нихера себе, а нефиг девушку бросать было. Нифига себе. Поматросил и бросил. Это обидно. А не матросил и бросил, это вообще оскорбительно. Так что, все, давай, отвечай.
Так, поджог. Ну, тут по-любому уже должны были взять. Вот. Молодцы, ребята. Да, на нас сейчас мэрия будет там мозги копать. Подожди, кого, кого? У тот. Чуть было не было, а? Ты прикинь, чуть было не было, чуть не забыл. Вот, все. Фу, чуть не забыл, значит, мне чуть прокуратуру не дали. Да-да, я понял. Спасибо тебе огромное, Уолл. Еще раз извини, что разбудил. Передавай привет, Джин. Я побежал. А ты что-то много болтать стал в последнее время. Эй, Мартин, постой. Мартин, ты все еще общаешься с Бобби Берджиновым? Конечно, он же по сути мой отчим. Отлично, у него найдется пара свободных парней. Сегодня, сейчас, есть работа, очень важная. Куда мы опять едем? Наверняка найдется. Тебе что-то нужно? Не совсем. Вот адрес, за этим домом нужно следить. Круглые сутки, пока я не скажу прекратить. Если к дому приблизится хоть кто-то подозрительный, пусть его скрутит и доставит сюда. Плачу двойной тариф. Или тройной, какой угодно. И чтобы никто в участке об этом не знал, ясно? Их 100 хочу. Джек, они занимаются охраной грузов, а не домов. А что, такая большая разница? Да нет, этим парням, пожалуй, все равно. Ладно, Джек, без проблем, я все устрою. А что касается твоей ставки, то я тут. Потом, Мартин, потом. Сейчас охраняй дом, ладно? Ладно, ладно. У меня телефон в машине, прямо сейчас позвоню Бо. Я ценю это, Мартин, правда. Эй, Джек, да? Тебе нужно еще что об этом еще что-то знать? Нет, лучше нет. А что такое? Почему эту бумажку отдали? Там зачем это? А. Понял. Я косяк, это. Надо ли ему что-то об этом знать еще? Алло? Я наркоман. Пожалуйста, я бы не хотел. Слушай меня, Лана. Я действительно наркоман. Уже 20 лет или около того. Я вру сам себе, что способен контролировать ситуацию. И иногда это действительно так. Но иногда в самые отчаянные моменты я становлюсь абсолютно зависим от таблеток. И тот факт, что до сих пор не убил себя или кого-то еще, чистое везение. Но не раз и не два я был близок к этому. Я принимал решения, от которых зависели жизни десятков людей под кайфом. Когда я перегружен работой, таблетки мне просто необходимы. Это моя работа. Это моя слабость. Но я всегда понимал, что стоит мне во всеуслышание признать свою слабость, стоит мне заговорить о своей проблеме публично, стоит мне лечь в рехаб, стоит мне на время отойти от дел, они воспользуются этим. И все, что пытался делать, работа в полиции, они похоронят в один миг. Джек, болтаешь ты до хуя, нельзя так. Поэтому я держу свою проблему в тайне и займусь ей только в тот день, когда окончательно выйду на пенсию. Я скрываю это, потому что я решил, что так будет правильно. А вдруг она засланец? А ты хоть понимаешь, Джек, что ты впервые сам не позвонил? Что? Ты сам не позвонил. Я думал, ты только ждешь момент, когда я перестану тебе докучать. А ты позвонил и открылся мне. Хотя мог и не делать этого. Может, ты под кайфом? Что? Я... Нет, я сейчас не под кайфом. Джек, да я не нужна тебе. Нужна тебе не меньше, чем ты мне. Ты нужна мне гораздо сильнее, чем я тебе. Нет, Джек, ты точно под кайфом. Ладно, я ведь... ты... Я все слышала, Джек. Я все поняла. Больше ни слова. Да, точно. Больше ни слова. Джек! Ты, бляха-муха, шеф полиции! Ты вообще башкой соображаешь, что ты кому говоришь? Ты за языком-то сидишь? Ты нихера себе! А если бы она подстава? А если она завтра вот так вот... Чих-пых, блин, в прокуратуре. Шеф полиции, наркоман. Вот зашибись будет. Башкой вообще не думай, чувак. Охереть. Ладно. Денек мы еще успеем, наверное. Дежурный полицейского участка. Дадис посеял панику в городе. Полиция потонула в ложных вызовах о дантисте. Да. Да.
А жители Фрибурга боятся собственной тени. Да они еще параноики, бляха-муха. Ой-ой, что там, там? Какая-то записка хорошая. Цыплят по осени считают. Блин. Знаете, что не хватает? Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. А, еще какие-нибудь там поговорок, такие, знаете, вот русских таких вот, знаете, вот. Я не знаю, как вот. Я рыбку сейчас показывал, как он вытаскивает. Не подумай ничего. Вот русских поговорок тут, просто русские поговорки тут нужны. Он, видимо, понял, что он русский язык изучает, он там русские поговорки, фольклор, все дела. Тукач наш. Городские власти хотят снести мой дом из-за какой-то бюрократии. Ты уже отпрашивался, нет. А кажется, доплевал на твоих рыбок. Вот хотел лычку видать, а не дам я тебе лычку. Блин, ну так-то два копа только наняли, а. Давай, наверное, так сделаем. Просто вот так. Потому что у нас что-то они как-то медленно работают. Так, сейчас давайте сходу посмотрим, что у нас там по преступлениям. Ой-ой-ой-ой-ой, так, стукач, хорошо. А, ой, хорошо. Ой, отлично. А, подожди. Подожди, тормозни. Ай, отлично. Так, теперь стоп. Стоп. Ага. Так, давай-ка мы тебя быстренько сейчас расследование снимем, сделать какого-нибудь детективы. А, на то дело вообще ведет. Давай тебя снимаем. Мы сейчас на работе как раз. А, ехать со спецназом. 30-летняя Джуди Спирс, бывшая секретарша мэра, была жестоко убита в номере мотеля. А не мэр ли дантист, мать его? Так, ладно, биржа труда, погоди. Сейчас я еще двоих сейчас завалю. Давай посмотрим. Персонал, ага. А, мы, значит, вот это, нам смену Б на... Стоп. На смену А надо будет двоих. На, давай смена А. А, и все, да? Во! Настоящий детектив, прям по роже видно, что детектив. Давай, мы тебя наймем. Не знаю куда. Давай смену А тоже. Так, ну давай поехали. 10 часов не пропустить, нам нужно двоих активировать. А хрен ли они мне сдают-то? Они только пришли, уже начали сдавать. Не знаю, где порядка вообще, блин. Страх потеряли, берега не видят. Покушение на убийство. Девушка утверждает, что только в парке за ней гнался маньяк. Я слышал, дуб зрели, видел, как его глаза свернули. Нафиг я отправил, а? Я бы нахер послать, нафиг я отправил. Кто мне скажет это, а? Зачем я это сделал? Так. Ой-ой, фу-фу-фу. Чуть было не тех не отправил. Вот здесь творится что-то подозрительное. Все, давай. По-моему, вот эти, да? Сейчас, я точно тех отправил. Сесил, да-да-да, все отлично. Ой! Я забыл! Блин, на нас Мэри сейчас косяка будет давить. Ладно, правильно, очках на пробежке. Сейчас, секунду, открою, подожди. Джек Вилл, твою пресс-конференцию хорошо выглядишь. Так и не скажешь, что тебе скоро на пенсию. Или в могилу. Ну ты чё, не надо мне в могилу. Да подожди, ты куда? Не это, я вот... Вот сюда мне надо попасть. А, убийство, буддийский храм. А неряшливого вида мужчина ворвался в храм и с криками «Получите, лысые миролюбивые ублюдки!» Ранил двух служителей-очевидцев. Ой, служителей-очевидцев, обратившись в полицию, сразу же выбежал оттуда, очевидец. Но успел заметить, что кто-то открыл по налетчику ответных... Ох ты, нихера себе. Так, давайте-ка, знаете, вот так вот. Я думаю, справитесь. Так, стопэм. Что есть? А чё, ещё не приехали, что ли? Сейчас, подождём. Давай, отлично. Всё. Риск мы ликвидировали. Так, подозрительный индивидуум, магазин LiveWire. Продавец заметил странного мужчину возле витрины с дрелями. Он похож на... Жопу, иди. Я даже послать никого не буду. Так, да подожди, это опять ты. А, давай смотреть, значит, пригород, бюро ритуальных услуг. Страховая компания, издательство Мэгги, пекарня и ночной клуб. Теперь давай открыть. Да что случилось?
центре храма лежат два раненых монаха, а в углу стоит раненый пожилой мужчина, рядом с которым лежит пистолет. Возле монаха видны пятна крови, свет которых уходит влево. Ну, очевидно. Внутри небольшого помещения лежит неряшливого вида мужчина и бормочет что-то про бога. Он ранен, а рядом с ним лежит разряженный пистолет. Да, я так, вдруг у него ножку убью. Вот, и ног молодец, зарешал. Так, туда посылать никого не буду, пошли в жопу. Так, смотрим. Что это нам напоминает? Монах. Мужик. Обнимает ноги, баба, кажись, дохлая. Ритуальные услуги, нет? Подожди, давай посмотрим. Чего, подожди, Сэм. Пригород. Нет, тут вряд ли. Беру ритуальник, страховая, вряд ли, издательство, Макпай, пекарня. Давай сюда пока вот отправим, мне кажется, это типа, то ли это смерть, то ли это монах. Хер его знает. В нашем ресторане бывают какие-то пьяные отморозки. Пусть полиция научит, ну ладно, хорошо. Научит хорошим манерам, поехали. А тут ложная тревога была. Обычно студент он напевал что-то из Металлики. В принципе, время есть, мы успеем 2-3 раза. У нас, в принципе, при всем желании, у нас шанс 4 к 5, что мы угадаем. Один из 5 шансов, что мы про это. То есть 80% на то, что мы угадаем правильно. Если всех отсылать, конечно, но это время, если успеем. Скажи, что угадали. 11-11. Угадали. А вы нашли спрятанную дантистом улику. Ой, хорошо, так как. Свалка. Продажа наркотиков. Сторож с городской свалки стал свидетелем встречи двух бандитских группировок, предположительно из Восточной Европы. Предводители одной банды пробуют из пакетика белый порошок. Сторож не разглядел, сколько там людей, и он, ну, насчитал 4. Ой, ё-моё. Ну, давай, туда все по тревоге. Нет, я вот оставлю троих. Нет, двоих. Все, давайте, ребята. На всякий случай, а то вдруг они хрен сейчас выплывет. А почему нет? Она вполне может выплыть. Опять какой-нибудь дантист, типа, какой-то там. Не уверен. Смотри-ка, как... Подожди, расследование. Чего у меня с расследованием? Это вообще бесполезное. Так, давай сюда, накинем детективов. Мужики, давайте уже. Двойное убийство. А, точно! Подожди, это ж новые детали были. Так, стоп. Он дал ей кредитку. Он завалил ее, начал охранником метиться. Это что? Подожди. Так. Возле кассы он сразу показался. Ага. Присмотреть. Не знаю, через он увидел револьвер и выстрелил бедной девушке в голову. То есть... Видимо, знаете, как должно быть? Наверное, вот он выстрелил в голову, так. А дальше он что сделал? Дальше он завалил второго. Ну, так, конечно, гон. Все, одной фотки не хватает. Давай, мужики, сейчас можете. Бандиты начали перестрелку и пока что не обращают внимания на полицию. Некоторые из них ведут себя как безумцы, стреляя во все стороны. А выстрелить человека с автоматом, палящего в сторону полиции. Ой-ой. Делать пару приближений, выстрелился. Ага, давай, на поражение огонь, ты что, дурак, что ли? Райный бандит бежит к полиции. В одной руке он зажимает рану, в другой у него пистолет, который направляет на всех подряд. Парень явно не себе, зрачки расширены, кричит что-то на непонятном языке. Давай, перестреливай. Он в неадеквате, увалить надо. Смотри-ка, 71 день, 10-25 косарей уже, мы молодцы. Ребят, ну давай, чё, где у меня там расследование? Закрывать дело надо. Ограбление на складском помещении, которое числится неиспользуемым, сработала сигнализация. Так это, так, наверное, ну, давайте сгоняйте. Скорее всего, ложный. Ну, давай сгоняй, посмотрим. В принципе, бригада у нас почти вся вернулась. Что-то не страшно. Пригород хранения краденого имущества. По наводке информатора стало известно, что в заброшенный дом в пригороде отгрузили крупную партию импортного алкоголя, который накануне украли из порта, а сейчас товар готовят к передаче на мелкие точки сбыта. В доме находится как минимум 5 вооруженных охранников. Ага, все, ждем.
Так. Так, давайте вот так и вот одного куача. Все, ребята смогут, они справятся. Енот с ними. В енота мы верим. Енот вообще могёт. Таких дел там натворит. Помещение действительно заброшено, видимо, закоротило проводку и сигнализация ожила. Ну так. А я про чё? Опа! Открывай! Вот! И вот он выбежал, а этот не успел среагировать. Но! Роб Лоурос, безработный, ранее судимый за кражу со взломом. А, ну давай. На, вот тебе двоих, и спецназ, и поехали. Ай-яй-яй-яй, нет. Нельзя этих, блин. Ладно, завтра рисуем хер на них. Вот сюда надо все этим, так, расследование, знаешь что? Давай-ка сюда, ребят, всех вообще, вообще всех перекидываем. Надо тут что-то делать, мне кажется, блин, то ли с кадрами что-то не то. То ли я не понимаю. Я хер его знает, что-то мне кажется не то. Может быть как-то вот... Нет, типа вот так вот, может быть, нет. Не знаю. Он типа пошел гулять. Грузовик просто проехал мимо. Откуда не здесь вот это вот появилось. И снесла его нахер, по идее. Чисто по логике, ну не знаю. Может как-то вообще вот так надо типа сделать. Он свалил, нет? Да нет, вряд ли. Ладно, мне кажется, кадров не хватает какого-то одного. На! Держим. Енота мы рисковать не будем. Поедут Сога и Усатик. Я просто без ведущего, без Кузьмы нет, все. Без Кузьмы не поедем. Однозначно, это факт. Без Кузьмы там делать нечего. Вы что, блин, как так? Мы сейчас без Кузьмы поедем, дело проварим. Нельзя так? А Кузьма завтра выйдет на работу, скажет, что, где, куда, что крутить, куда вертеть. Опа, алкоголь. Давай. Правда, вы там что-то, блин, так дешево продали в тот раз. Ну да ладно. Мертвый. А, все, завершаем день чекпоинт. День 72. И на этой хорошей ноте давайте мы закончим серию. Да, короче, это все с мэром связано, вообще в хлам. Ну ладно, давайте мы пока на сегодня прервемся. Все ссылки будут в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, свои комментарии, ставьте лайки, делайте ремонт. Всем удачи, пока!